немножко перепланировано. С этой стороны фанерная перегородка, и дверь в ней была. И кровать помещалась, и больше места никакого не было. Вот, а это была перегородка ближе. Бродский производил колоссальное впечатление на всех, кто с ним встречался, или был знаком, или дружил. Это была очень сильная личность, огромного масштаба, большого благородства. Это был совершенно особый человек. Кроме того, что он очень большой поэт, он был еще и большой человек. Ну, вот это, по-моему, была холодная часть. Тут никто не жил. Ну, вот, собственно, это и было его жилище. Вот это? Да, только вот это. Потолок был, он был не бревенчатый. Был газетами оклеен. На одной был какой-то лозунг, там, пятилетка в 4 года или еще что-нибудь. А вторую, вот я точно помню, рядом «Куда кривая вывезет» название. Вход был оттуда. Это вообще часть была необитаемая. Необитаемая? Нет. Тут было холодно, тут никого не было. Я думаю, что здесь перегородка шла. Потому что вот такого длинного помещения не было. У него была довольно узкая, вот только, по-моему, помещалась его кровать здесь. Тут кухня была? Кухня была. Ну какая особая кухня? Вся кухня была, это к печке подойти. Причем у него был самый неудобный сосуд для чая и кофе, а именно фляга металлическая с узким горлом. Поэтому из нее было очень трудно эти остатки чая удалять. Ну, диван-то посмотрели? Да. Это тот самый? Да, тут только обивку поменяли. А, ну да. Да, вы посылали фотографии, конечно, обивка. Обивка очень свежая, надо бы ее состарить немножко. Я думаю, она быстро состарится. Быстро состарится. Выгорит на солнце, да. Она быстро. Он был желтый. Я вам хочу показать, что мы здесь нашли под домом. Да. Смотрите, это... А, да-да-да-да. Это мы нашли чернильницу, мы думаем, что это, наверное, его. Не знаем, но... Ну, вот. Просто и... это чернильница, да, того времени. Да, и нашли его табачок. А, да. Ну это же точно его? Здесь же больше никто не фотографировал. Наверняка. Так, откуда это? Лит... что? Литейный, 24. А, из дома. Лит 24-28. Это от отца, от отца, от отца. Бродскому Иосифу Александровичу. Ты забыла деревню, затерянную в болотах, в залесенной губернии, где чучело на огородах, отродясь не держит, не те там зваки, и дорогой тоже все гати, да буераки. Баба Настя, поди, померла, и пестере жив едва ли. А как жив, то пьяный сидит в подвале, либо вадит из спинки нашей кровати что-то. Говорят, калитку, не то ворота, а зимой там колют дрова и сидят на репе. И звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли. Да пустое место, где мы любили.